вами канал улицы Москвы. Сейчас вот свернем в Шелепихинский тупик со Шмидтовского проезда. Прошли Московское центральное кольцо, линию. Вот она проходит. И сейчас оказываемся на внутренней ее стороне. Тупик, который ведет в тупик. А тут сейчас и не пройти. Так, попробуем сюда, что ли. Ласточка поехала к деловому центру. Здесь строятся многочисленные развязки. И некоторые уже построены. Будет также железная дорога. Линия четвертого диаметра. То есть помимо МЦК, МЦД, метрополитена, ну, точнее, появится еще, короче говоря, одна линия МЦД. И для нее пути сооружаются вот заново. Так, сейчас тут надо еще внимательно смотреть, потому что такая тут участочек, машина может вынырнуть. Ты ее не заметишь толком. Вот остается гадать, что это, железнодорожный или автомобильный мост. Но похоже, будет железнодорожный. Такие очень внушительные опоры под него. Хотя фиг его знает тут. Непонятно, короче говоря. Так, машину проверяем. Вот она. Тупик тут во всех смыслах этого слова. Куда только не заберусь, да? Вот вылетело у меня название когда жилого комплекса. Собакевич. Ну ладно. Я думаю, тут так, ну да, там дальше уже нет прохода. Еще вот этот железнодорожный подъездной путь. Или магистральный, непонятно. Так. Ну да, там уже все. Дальше прохода нет. Вот, мы посмотрим еще на башенки Москва-Сити. Не, ну можно и пройти. Дойти там до этого. Я, честно, вот запутался тут в этих путях. Вот их столько просто. РЖД. Ну да, похоже, это как раз вот новая линия. Новая линия четвертого диаметра, которая будет иметь станцию Камушки с пересадкой на деловой центр. РЖД строй, табличка. Ну все, будем закругляться. Пойдем дальше.